Привет, мы продолжаем разбирать первое задание из ЕГЭ. Меня зовут Алена, и давайте порешаем уравнение. Самое первое, что мы видим, это левая часть в кубе, а правая часть это 8. И мы, зная степень числа 2, сразу же можем определить, что 8 это 2 в кубе. Смотрите, когда у нас одинаковые степени, мы можем их отбрасывать и переходить просто к основаниям. Слева у нас основание x минус 1, а справа у нас основание 2. И тогда все очень-очень просто. X равен 2 плюс 1, и это будет x равен 3. Гораздо легче, чем попадались в 9 классе с третьей степенью. Также я веду подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. Если тебе интересно, задавай вопросы, ссылочка в описании. Также можешь подать заявку на пробный урок.